Здравствуйте, приветствую вас у себя на кухне. Меня зовут Василий Емельяненко, я профессиональный повар. Сегодня у нас тема Азии. Затронем ее немножко, конечно же, будем использовать все ингредиенты, которые есть, ну, может быть, не в каждом магазине, но рядом с вашим домом вы точно сможете найти эти ингредиенты. Они несложные. Я вам расскажу о нюансах, которые нужно использовать для того, чтобы достичь азиатского вкуса. А дальше вы уже сами, как всегда, в свободное плавание. Итак, начнем с чая. Я размышлял, можно использовать, конечно, и пуэр, тот знаменитый черный китайский чай, который на самом деле не черный, а красный. Китайская классификация говорит о том, что он красный. Мы же привыкли видеть, если чай черный, то значит он черный. Я взял не пуэр, а обычный наш, российский. Я имею в виду, что он может быть и какой-нибудь индийский, но купленный здесь в России, это точно не китайский чай. Значит, у меня есть ковшик, который я поставил уже на огонь, дабы сам ковшик уже разогревался, и мы не теряли времени. Значит, я буду сегодня делать чай на вишневом соке. Я брал за основу как раз-таки историю с пуэром, который варят на вишневом соке. Я сюда добавляю 2 столовые ложки чая. Я люблю покрепче. Если вдруг вы понимаете, что для вас это много или он слишком тонинный, то, конечно, просто-напросто измените количество чая под ваш вкус. Все, чай у меня здесь, в общем-то, так сказать, нагревается. Я сюда наливаю вишневый сок. Просто обычный вишневый сок из пакета. Добавляю сюда 2 коробочки зеленого кардамона. Больше не надо. И палочка корицы. Я ее поломаю пополам. И вот эту вот одну половинку я отправлю сюда, потому что ее будет достаточно. На самом деле это не корица, а кассия. Для того, чтобы вы понимали, что аромат у нее более интенсивный, такой прям ядреный. Кассия у нас доступна во всех магазинах, и все, что есть молотое и немолотое, все это идет из кассии. Настоящая корица выглядит так, как будто это слоеное тесто. Вот вы можете это увидеть, когда сравните. Или посмотрите в интернете, есть сравнение кассии и корицы. Там как раз на фотографии прям видно вот разницу. Значит, у меня за это время уже вишневый сок начал подкипать. Но учтите один важный момент. Если вы варите чай на чистом вишневом соке, он может быть слишком сладкий. Во всяком случае, для меня любой черный чай, сваренный на вишневом соке, слишком приторный. Поэтому я привык разбавлять его водой. Я вам скажу пару слов о важности воды. Вот я, например, в перерыве между работой люблю выпить чашечку хорошего чая. Это тонизирует. Но какой бы хороший чай ни был, у него есть злейший враг – жесткая вода. Жесткая вода убивает любой чай. Хотите почувствовать настоящий вкус чая? Используйте только умягченную воду. В Китае для заваривания чая предписывают использовать талую воду горных ледников. А что это за вода? Это вода, сконденсированная из водяного пара, то есть не имеющая растворенных солей. Ну, нам в горы идти, слава богу, не надо. У нас есть Аквафор Марион. Технологически это аналог завода по производству питьевой воды. Любую воду сделает водой премиум-класса. Мягкой и без вредных примесей. А еще он суперкомпактный. Я в сотейник долью воды, чтобы у меня по соотношению сока было примерно 20%. Для меня это идеальная сладость. А воды, соответственно, 80%. И все, как только чай дойдет до кипения, его нужно снять и оставить в этом состоянии остывать. Теперь переходим к основному блюду, это лапша. В общем, здесь ничего сложного нету. Это некая имитация вок-лапши жареной. Только мы будем использовать сковородку, потому что навряд ли у вас есть дома газовая горелка мощная с турбонаддувом для того, чтобы вок тонюсенький из стали можно было использовать. Давайте сделаем все это в сковороде для того, чтобы вы могли дома повторить и получить тот самый вот настоящий азиатский вкус. Для этого у меня есть
кастрюля. В кастрюле надобно сварить лапшу. Прежде чем ее жарить, конечно, любую лапшу отваривают. Вообще так заведено везде. И в Италии, и в любой другой стране, где используется лапша. Все, ставлю ее на плиту. Врубаю сразу максимальную мощность. И закрываю крышкой. Но единственное, что нужно добавить, конечно же, немножко соли. Пару щепоток. Не для того, чтобы она быстрее закипела, как говорят многие кулинары. А для того, чтобы лапша уже была немножко подсолена и вкусная сама по себе. Пока вода закипает, у меня, значит, две важные задачи. Подготовить все ингредиенты. Все. Соответственно, начинаем с имбиря. Имбирь. Можно взять ложку, можно взять лопаточку, что захотите. Почему? Потому что так чистить удобнее. Просто соскребаете шкурку, видите, несколько движений, пару минут, и у меня чищены кусочки имбиря. Все, и теперь нужное количество. Поперек я нарезаю тонюсенькими вот такими вот колечками, пластинками. Чем тоньше, тем лучше. Почему поперек? В имбире есть волокна, которые идут вдоль корешка. Если вот их с этой стороны прекрасно видно, вот они торчат, эти волосюшки. Если вы будете нарезать так, то они будут у вас потом попадаться. Поэтому прежде чем, а мне нужен мелкий-мелкий кубик, я вначале нарезаю его вот так вот, потом просто-напросто беру и, как вот я нарезал, надавливаю рукой, они съезжают, и начинаю резать уже тоненькой соломкой. Как только у меня готова тонкая соломка, вот такая максимально тонкая, я это все поворачиваю и режу поперек соломки. В любой азиатской кухне, будь то китайская, тайская, вьетнамская и так далее, вначале заготавливаются все ингредиенты, подготавливаются, потому что дальше все это очень-очень быстро складывается в сковородке, быстро обжаривается, и чеснока не жалеем. Азиатская кухня наполнена чесноком, поэтому, в принципе, здесь нужно все это просто-напросто как-то мелко порезать. Можно по такому же принципу, как я делал с имбирем, но я предпочитаю раздавить, потом быстренько все это вот так вот пройтись вдоль, потом пройтись поперек еще так 5-6 раз, и все, у нас получается крошка. Вот такой крупности мне будет достаточно. Все это сдвигаю на край доски и перехожу к чили-перцу. Чили-перчик острый. Будьте аккуратны. Мне достаточно одной половинки. Потому что, ну, сами понимаете, мы в нашей полосе не так много острого едим, поэтому пикантность нужно этому всему придать. И главное, пикантность у нас находится в перепонках, а не в семенах, как говорят многие. Капсаицина в семенах гораздо меньше, чем в перепонках, поэтому убираем перепонки и просто соломкой режем половинку перца, стенку, так сказать. Хотите, кубиком нарежьте, но вот соломкой, на мой взгляд, будет поинтереснее, в принципе, в блюде, если будет попадаться красная соломка, будет стильно, молодежно. Чай у меня почти закипел, я не буду даже доводить его до полного кипения, скажем, бурления так. Мне будет этого достаточно, потому что я вижу уже по цвету настоя, по всему прочему. Все, снимаем. Сюда я ставлю сковородку на раскаленную плиту и нагреваю ее. Сейчас у нас первый этап – это обжаривание яйца. У меня здесь еще есть кусочек лука. Я его, скажем, вот так вот арбузными, я называю это, дольками нарежу. Он у меня будет как часть блюда, поэтому, а не как приправа. То есть чили, чеснок и имбирь – это приправа, поэтому мелко нарезанные. Лучок я режу крупно,
он должен слегка хрустеть в лапше, поэтому, в общем, он у меня будет вот здесь вот лежать отдельно. Сразу же, пока у меня сковорода сухая, я немного обжарю. А, давайте я пожарю весь кунжут. Пусть у меня будет чашечка жареного кунжута. Я сколько-то возьму себе, а все остальное оставлю, позже использую. Все, нагревается кунжут. Это хорошо бы сделать заранее, но я вам все эти нюансы показываю для того, чтобы вам, у вас в голове сложилась ясная картина, чтобы вы уже понимали, куда вправо и влево двигаться. Как только он слегка пожелтеет и начнет румяниться, можно его, соответственно, сваливать куда-нибудь в другое место. Я возьму чашечку побольше, потому что в маленькую чашку очень тяжело из сковородки высыпать. Все это расползается. Яйца, пока у меня жарится кунжут, можно разбить вот в эту емкость. И можно его, соответственно, что сделать? Просто взять вот так вот палочками, обычно делают это китайцы. Но у меня есть пинцет, и в целом это можно сделать любым предметом, какой у вас есть под рукой. Можете вилку, ложку там использовать. Главное, чтобы ничего не разливалось на стол. Яйца готовы к отправке. Смотрим, что у нас тут. О, видите, кунжутик зазолотился, прогрелся. Видите, как он стал? Местами темный, местами светлый. Можно чуть больше, чуть меньше. И если вдруг вы вспоминаете, что есть такое масло кунжутное, оно очень ароматное. Вообще все виды ароматного масла делаются из жареного сырья. Поэтому если вдруг вы для азиатской кухни будете себе выбирать масло, то смотрите, чтобы оно было и темное, и чтобы было ароматное. Если написано «холодного отжима», это значит, что масло не будет ароматным. Масла много, температура высокая. Лопаточку сюда. И выливаем яйцо. Видите, что с ним происходит? Оно сразу начинает пузыриться. Главное, чтобы масла было не очень мало, а вот прям оно должно быть в масляной такой, этой пенки. Все, быстро разбиваем его лопаточкой. Все, и обратно складываем. Ну куда? В любую емкость. Ничего страшного, что у нас здесь были яйца, и вы скажете там, мол, сырые яйца, жареные в сыры кладешь. Ну, слушайте, мы же это все потом отправим в лапшу, поэтому не переживайте. Видите, несколько секунд у нас получились яичные хлопья. Вода у нас закипает. Я ее сейчас переставлю на более мощную конфорку, для того, чтобы быстрее все это происходило. Соль там есть, и у меня вот здесь подготовлена уже яичная лапша. Тонкая, азиатская. Смотрите сами, сколько вам понадобится. Ну, мне, чтобы у меня здесь фарша достаточно много, я, в принципе, даже готов сварить всю эту небольшую пачку. Она действительно небольшая, поэтому, может быть, там на два человека, на две порции этого будет вполне достаточно. Все, сейчас нам нужно буквально 5 минут для того, чтобы лапша сварилась, и перейдем сразу же к обжарке, потому что все остальное действие у нас занимает еще там 3-4 минуты, не больше. Пока варится лапша, ей нужно несколько минут. Я начну уже обжаривать фарш. У меня фарш утки. Я вот сейчас поставлю на максималочку и, соответственно, пока без ничего обжариваем. Ну, просто подготавливаем фарш. Фарш — это маленькие кусочки мяса, поэтому, в принципе, нам его нужно только термообработать для того, чтобы он стал пригоден, так сказать, для еды. Утка жирная, поэтому здесь с маслом будьте аккуратны. И очень важно
первую очередь, я думаю, этого достаточно мне будет. В первую очередь все время помешивать для того, чтобы фарш рассыпался. Здесь нам сок не нужен, который выдает фарш. Поэтому на высокой температуре сейчас сок лишний убежит, испарится. Все, и мы получаем вот такой вот густой соус из утки. Так, я поменяю местами кастрюльку со сковородкой, потому что мне здесь так неудобно. Тем более вода уже кипит. Здесь все на максималочку, а здесь наоборот чуть меньше. Все, мне нужно, чтобы выпарилась вся влага. Смотрим, что у нас с лапшой. Лапша прилично увеличилась. Я вижу, как она тоненькая была, и сейчас какая толстенькая стала. Пробуем. Все, с лапшой все прекрасно. Пока испаряется у меня влага из фарша, берем, сливаем воду в сито, лапшу вернее, с водой вместе. И рекомендуется ее, у нас же есть еще несколько минут до того, как мы ее отправим. Я дома всегда делаю так. Беру фильтрованную воду, слегка охлаждаю лапшу. Из-под крана это делать нельзя. И почему все итальянцы и азиаты говорят, нельзя промывать водой из-под крана. Имеется в виду, что когда вы хотите остудить лапшу, это нужно делать только фильтрованной водой. Все, смотрим, что у нас. Все прекрасно обжаривается, сок уже почти закончился. Нам надо фаршик обжарить, чтобы... Ну, он стал такой, знаете, коричневый, а не светлый. Ну, то есть обжарить. Пока что он у меня варится. Но на сильном огне как раз, видите, как быстро все это происходит. Теперь можно немножко добавить маслица для того, чтобы усилить температурную нагрузку. Но в зависимости, как я уже сказал ранее, от жирности утки, поглядывайте, что происходит на дне, чтобы потом не было больно за бесцельно прожитую жизнь. Супер. Видите, водички нету. Здесь у нас осталось только масло. Вот, начался румяниться. Видите, фарш? Вот он начал поджариваться, такие коричневые места, такие карамельные появляются здесь. О, и запах пошел жареный. Теперь время все это ароматизировать. Не драматизировать, не путайте, а ароматизировать. У меня готовы все мои ароматные специи. Вот они здесь. Значит, я сюда отправляю лук, ой, вернее, чеснок, имбирь. Бросаю в масло. Он начинает шипеть и распространять невероятные запахи по всей кухне. Лук следом. Делайте это все шустро, потому что на высокой температуре это может подгореть, потому что кусочки маленькие. Слегка прихватили, буквально несколько секунд. Начинаем все перемешивать для того, чтобы фарш уже... О, вот это уже началось. Щепотку соли. Немножко белого вина. Ну, лучше саке, конечно, или китайского вина. Теперь капельку сюда соевого соуса. И выливаем терияки. Терияки, устричные, унаги, все, что было в магазине. Все сюда. Сразу же яйца. Зеленый лук. Лапшу.
Супер. Еще немножко соевый соус. Теперь все перемешиваем. Можно капельку добавить масла. Вижу, что мне его недостаточно. Масло нагревает сильно все пространство. Само нагревается и начинает. Теперь смотрим лопаточкой. Что, нам все достаточно? Ну, все вроде достаточно. Выключаем. Перчиком сдабриваем. Щепотку сахара обязательно. Еще раз все перемешиваем. Надеюсь, что остроты там в меру. Главное, высокая температура. Все готово. Переходим к сервировке. Тарелочку, стаканчик. Для чая у меня припасен лимон. Кусочек лимона мне так лишь, для украшения. Ситечко для чая. Крепость, как я сказал, сами регулируйте. Так. Теперь лапша. Лапша впитала в себя все самые яркие соки и вкус. Я взял специально огромную тарелку для того, чтобы у меня поместилось все. Потому что это нужно ставить на центр стола, чтобы все тянулись вилками, забирали все самое вкусное себе в тарелку. Все, утиный фарш, яйца, лук. Лучок будет похрустывать. Все как нужно. С утиным фаршем получается очень вкусно. Так, ну это не входит. Это я себе на пробу оставил. Теперь все это посыпаем кунжутом, чтобы, когда вы будете есть, чтобы кунжут попадался и создавался вот тот суперклассный азиатский вкус. Сюда можно немножко лимона для тех, кто вдруг захочет пикантности, вот такой кисленькой. И, конечно же, кинза. Как без нее? Стебельки, чтобы было удобно есть, я всегда нарезаю мелко. Насыпаю вот сюда. От них идет сумасшедший аромат, потому что в листьях нет столько аромата, сколько в стеблях. Все, а потом три раза так бам-бам-бам. Все, добавляем сюда кинзульку. У меня же здесь был перчик где-то острый. Можно положить его просто в качестве украшения. Кто захочет, может взять и съесть его. Так, у меня все готово. Великолепный чай на вишневом соке. Сумасшедшая вкусная, ароматная азиатская лапша с фаршем из утки и яйцом. Я буду пробовать. С вашего позволения. Лучок, я надеюсь. Лук похрустывает, как я и обещал. То, что нужно, он становится сладкий, вкусный. Я не знаю, как вы, а я обожаю такую еду. Она насыщенная ярким вкусом, сладостью, солью, пикантностью, остринкой. Я, как всегда, настаиваю, чтобы вы его приготовили. Видели, как это просто, быстро, но нужно время какое-то потратить на подготовку. А в целом получается результат такой, что вас просто дома на руках будут носить. Ну и глоточек чая за ваше здоровье. Класс, я люблю такой терпкий,
острый, крепкий. И вот с этой фруктовой кислинкой вишневой, вишневый сок подходит идеально. Но главное — вода. Если у вас будет ужасная вода, никогда такого вкусного чая вы не получите. Поэтому обращайте на это внимание. Вот эти все нюансы, которые я рассказываю и показываю у себя на кухне, они 100% сделают вашу жизнь вкуснее и ярче. Поэтому я с вами прощаюсь. Меня зовут Василий Емельяненко. Это моя кухня, это моя программа. Приходите, смотрите, получайте кучу пользы. Главное, вкусной пользы и полезной пользы. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.